Близятся летние каникулы. Это повод еще раз напомнить детям и взрослым правила поведения на дорогах и вблизи них. С 23 мая по 14 июня ГИБДД проводит на территории области информационно-пропагандистскую социальную кампанию «Внимание, дети». С начала года только в областном центре произошло 20 ДТП с участием несовершеннолетних, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросло и количество пострадавших детей на 11%. Как правило, рост детского дорожно-транспортного травматизма наблюдается в период школьных каникул, что обусловлено массовым пребыванием детей и подростков во дворах, на детских площадках и в парках, которые нередко расположены вблизи дорог, а также катанием на вело- и мототранспорте. В рамках акции «Внимание, дети» проходят мероприятия. Инспектора ДПС выезжают в рейды специализированные, проводят беседу с родителями, с детьми, напоминают им непосредственно уже на проезжей части, когда они участники дорожного движения, что нужно соблюдать правила дорожного движения, никуда не торопиться, и тогда все будет хорошо.